Казахстанский боксер Геннадий Головкин в эфире «Радио 5 Лайф» на телеканале BBC заявил, что готов для проведения объединительного боя, сообщает sport.kz. Ожидается, что в апреле Triple G встретится с британцем Билли Джо Сандерсом. Полное интервью с Головкиным BBC покажет на одном из своих программ. К слову, журналист boxnews24.com Скотт Гилфройд полагает, что команда казахстанского боксера прибыла в столицу Великобритании именно для того, чтобы согласовать условия боя с промоутером Сандерса. Тренер экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях пуэрториканского боксера Мигеля Котта Фредди Роуч был удивлен тем, что чемпион WBC в среднем весе мексиканец Сауль Альварес своим следующий бой проведет не против казахстанца Геннадия Головкина, владеющим титулом WBA в среднем весе. Ранее сообщалось, что Альварес сделал предложение обоим чемпиону мира по версии WBO первым в среднем весе британцу Лиаму Смиту. Как известно, мексиканец вернется на ринг 7 мая, но соперник пока неизвестен. Лиам, я думаю, что Канело должен драться с Головкиным, тирует Роуча boxken.com. Также тренер рассказал о том, что планирует вернуть Котта на ринг в июне. По словам Роуча, идеальный вариант для его подопечного является бой с бывшим чемпионом в трех дивизионах мексиканец Хуан Мануэль Маркес, но у них еще есть целый список кандидатов. Советник Котта дал список шестью именами. В него вошли Билли Джо Сандерс, Келли Брук, а также один из братьев Смита, Лиам, добавил Роуч. Британский боксер Билли Джо Сандерс прокомментировал потенциальный бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает sport.kz. «Я хочу драться с лучшими в моем дивизионе, а Головкин, очевидно, лучше на всей планете. Я всегда говорил, что это боксер крупного калибра, но непобежденных не бывает. Если я выйду с ним на ринг, то бой будет проходить на наших условиях. Я выйду побеждать, а не зарабатывать деньги. Это не тот случай. Чтобы стать лучшим, нужно побеждать лучших. Не думаю, что до этого Triple G дрался с кем-то моего уровня», — заявил Сандерс.